31 июля работы по благоустройству территории города после прокладки газопровода для Титановой долины должны были быть закончены. В этот же день комиссия в составе директора Департамента организации строительства Титановой долины Александра Акимова и заместителя главы администрации Верхнесалдинского городского округа по управлению городским хозяйством Вадима Инышева представила городским средствам массовой информации ход восстановительных мероприятий. Но перед этим в здании инфокуба состоялось необычное заседание. Все началось с того, что забили тревогу собственники участков коллективного сада номер 10. Долина пришла, также измерили, пробурили и всю грязь к нам спустили. Сейчас у нас вода зараженная, брали анализы два раза, и она нечистая. Было, значит, поступление жалобы от представителей коллективного сада номер 10, что, значит, у них пруд, в котором они пользуются, загрязнен заиленной глинистой водой. И начали расследование по данной ситуации. Результаты проб показали, что вода действительно заилена. Однако загрязняющие вещества обнаружены не были. Александр Акимов, признав, что жители Верхней Салды на самом деле столкнулись с проблемами стока ливневых поверхностных вод с территории Титановой долины, предложил ознакомиться с планом строительства очистных сооружений. В первую очередь Титановой долины, которая занимает площадь 235 гектаров, в этом году уже начнет застраиваться с сетью ливневой канализации самотечной. Уже сегодня происходит вертикальная планировка местности. Именно она и стала причиной мутных вод реки Мельничная и далее водоемов Верхнесалдинского городского округа. Мероприятия по задержке ливневых стоков, по их отстаиванию мы проводим. У нас есть водоем, который отставит воду, но напор воды дождевой такой, что он не справляется, конечно, идет перелив. И дамба ограждения, то есть мы сейчас строим ограждение вокруг всей первой очереди, примерно периметра около 7 километров. В следующем году вода будет намного чище, то есть у нас работ по вертикальной планировке проводиться уже не будет. То есть землю мы так интенсивно по всей площади перемещать, сгребать, устраивать котлованы и не будем. После того, как были расставлены все точки над «и» с мутной водой, комиссия переместилась на пересечение улиц Металлургов и Красноармейской. Ровно год назад здесь укладывали трассу газопровода. И все это время поступали многочисленные жалобы от жителей частного сектора. В данный момент благоустройство практически завершено. Только что вот закатали, да, подъезд все сделали, все, подъезд все. Мостик восстановили сейчас вот. Ну, землю обещали сегодня подвести, но дождь маленько спутал план. Что другие жильцы? Другие жители тоже довольны вроде. Наиболее полную картину проведения работ по благоустройству в частном секторе нарисовал представитель подрядчика Алексей Иванов. Работы по частному сектору закончены. Угу. Сложности были. Каждый дом, это можно сказать, хозяин каждого дома, это есть куратор. Это улицы Урицкого, Металлургов, Рабочей молодежи и Карла Маркса. Частично там осталось два перекрестка просыпать щебнем. Ну, это погодным условиям помешали. Угу. Осталось, ну, совсем, может, дня 2-3 мы закончим. Конечно, недочеты имеются, но Александр Акимов заверил, что все они со временем будут устранены. На август перенесены работы по газонам и устройству водоотводных канав. К 8 августа благоустройство будет завершено в полном объеме. А вот вопрос проверки качества выполнения работ – это прерогатива администрации города. Подрядчик, надо сказать, что добросовестно относится к выполнению работ. Если нами выставляются какие-то замечания, мы находим какое-то совместное решение по устранению этих недостатков, и подрядчик реагирует довольно живо. Уже во второй декаде августа оценить качество проведенного благоустройства смогут все жители Верхней Салды.